25 июня, город Воронеж, и с вами Игорь. Перед нами куст фиолетовый ранний воронежский на двухплоскостной шпалере. Извините, что приходится снимать против солнца, потому что как только оно сядет, будет довольно темно и снимать будет неудобно. Вот сейчас подойдем поближе к этому кусту. Куст уже весь прочеканен. Весь верх у него прочеканен. Сейчас попробую показать выше верхней проволоки. Прочеканил его вчера. Куст перерос уже двухметровую шпалеру полностью. И полностью все макушки я ему прочеканил. У него осветлена зона плодоношения. Правда, сделать это немножко поздновато, когда он уже цвел вовсю. И поэтому опыление, возможно, будет чуть хуже. Но опыление очень неравномерное. И есть уже вот такие вот хорошо опыленные с ягодками кисти. Есть похуже, еще помельче опыленные. Вот, как мы видим, две плоскости на этой шпалере и четыре рукава. Вот один рукав на 2,5 где-то метра. И тут под ним чуть покороче рукав. Я его вытянул для того, чтобы заполнить вот здесь серединку. И с той стороны у меня то же самое. Не заполнено было основание. Там вот длинный, такой же длинный рукав на 2,5 метра с рожками. Я обрезаю на короткие рожки. Уже видно, что обрезка сделана многократно, не раз сделана обрезка. С рожка оставляю обычно две лозы, вот как здесь. Где-то слабые рожки там оставалось по одному побегу, где-то посильнее рожки, там в основном по два побега, вот как здесь, например. Что хочу сказать, что этот куст очень-очень сильно рослый. Стоит, растет очень быстро, стоит только немножко проморгать, и он сразу сильно загущается, очень сильно переплетается усами. У него вырастают мощные пасынки, поэтому за этим кустом надо следить постоянно. И чтобы умерить его рост, я 2 года назад выпустил из него 2 побега. Они сразу же отросли на большую длину очень. Он рос сразу по 5-6 метров. И вот из этих побегов я сформировал еще на горизонтальную плоскость еще один куст. Вот тут видно, что от основного куста, от головы, отходят еще 2 рукава. Вот один, вот второй рукав. И вот они у меня идут сюда, вот, по земле. Я их отвел в сторону. И из этих рукавов, из этих плеч поднял вот такие рукава. Да, 3-й год это у меня растет, эти рукава растут. И когда я стал продирать, осветлять зону плодоношения, я был просто поражен, насколько много здесь завязалось гроздей. В основном по 2 грозди на побег, ну кое-где и по 3. Вот здесь 1, 2, 3 грозди на побег. Я вот здесь также 1, 2, 3 грозочки на побег. Я его не особо нормирую, оставляю от 2 до 3 гроздей на побег. Но вот если так посмотреть, то здесь, не знаю, как лучше показать, солнце мешает. Здесь буквально все в гроздях. И вот такие вот мощные лозы прут сюда, здесь уже. Я их поставил на козырек, как бы на горизонтальную плоскость. И вот так вот он выглядит сейчас уже. Побеги свисают. Часть побегов я запустил снопом поверху. Там у меня 3 проволоки. И по этим 3 проволокам
Вот расстояние где-то 50 сантиметров. Вот по этой проволоке пустил сноп. Вот по центральной трубе пустил сноп из побегов. И здесь сейчас еще одна проволока. Пытаюсь их уложить снопом. Но что я хочу сказать, что я был поражен в первый же год, когда вывел этот куст на горизонталь. На нем появились грозди, которых я никогда не видел на вертикальной шпалере. Если на вертикальной шпалере у меня грозди были 250 до 300 грамм, то на этой шпалере отдельные грозди у меня доходили до 500 грамм, до полукилограмма. Ну и так вот видно, что здесь грозди довольно крупные. Вот такие вот солидные грозди. Это просто что-то невероятное. На горизонтали он растет значительно лучше. Первый год я был поражен этим. На второй год они, у меня куст заболел чем-то, не знаю, какие-то гнили. Сейчас я его усиленно обрабатываю от гнилей, потому что при чистых листьях, при большом загущении, ягоды у меня на этом фиолетовом ранном воронежском стали загнивать. Не надо путать фиолетовый ранний воронежский с фиолетовым ранним. Вот я сейчас показываю воронежский, фиолетовый ранний, и показываю вам фиолетовый ранний рядом. Вот смотрите, как различаются листья на обоих кустах. Вот это фиолетовый ранний. Вот такие побеги. Но это кустик еще очень молодой и пока что затянутый, поэтому сказать что-то о размерах листа сложно. Но, по крайней мере, вот сейчас тут невооруженным глазом видно, что листья его довольно сильно различаются. У фиолетового раннего более резные листья, хотя такие же листья встречаются и на фиолетовом раннем воронежском. Но структура грозди несколько отличается. Совершенно различается вкус винограда. Сроки созревания у фиолетового раннего чуть позже, чем у фиолетового раннего воронежского. Буквально на несколько дней. Но вкус своеобразный у того и у другого. У фиолетового раннего вкус напоминает вкус розы чем-то. Если кто варил варенье из розы, из лепестков розы, то вкус очень напоминает. Есть такой какой-то привкус в нем. Легкий мускатик. А вот фиолетовый ранний воронежский таким мускатом не обладает, у него тоже весьма своеобразный вкус. Из него получается хорошее вино, высокая урожайность, но мускатом он совершенно не обладает. Вкус совершенно другой. Какой-то несколько земляничный, я бы сказал. Ну вот так вот выглядит фиолетовый ранний воронежский. Густая стена из листьев. И вот такая вот урожайность на горизонтальной шпалере. Опылился он, на мой взгляд, в эту отвратительную весну очень хорошо. Ничто, ничего ему не помешало, ни дожди, ни холода. Все идет день в день, все идет своим чередом. Я даже засек сосвен в этом году ровно в тот же день, что и в прошлом. На сегодня нацвел, уже закончил свое цветение и закончил полностью. И видно, что уже довольно хорошие ягодки на нем. Всем пока, всем хороших урожаев.